Во славу Родины! В Кировском округе прошли праздничные концерты, посвященные победе советского народа в Великой Отечественной войне. Депутаты фракции КПРФ Андрей Алехин и Василий Архипов совместно с группой «Мастер» поздравили Мечей любимыми песнями. Концерт не только демонстрация таланта его участников, но и своеобразный вечер воспоминаний героической молодости ветеранов Великой Отечественной войны, приглашенных в качестве зрителей, а также способ выразить уважение и благодарность тем, кто подарил нам мирное небо над головой. Вот сегодня у нас третий концерт в летно-техническом, прославленном летно-техническом колледже. Я его всегда называю училищем гражданской авиации. Здесь 37 героев Советского Союза. Здесь во время войны работал Туполев, работал Королев. Подготовили во время войны, готовили военных летчиков. До этого у нас были концерты в 47-й школе, в 137-м лицее. Еще два концерта. Завтра будет в 21-й школе, в первом микрорайоне левобережной части Кировского района. И завершать будем в 55-й школе, в старой части Кировского района, в центре. Конечно, люди у нас из Советского Союза, особенно ветераны. И то, что в самом репертуаре группа «Мастер» исполняла песни, замечательные песни советских лет, которые затрагивают жизнь, интересы, молодость, юность, труд. Конечно, оно пришлось по нраву, тем более, как говорится, ностальгия есть. И это удалось.